Всем привет, меня зовут Владимир Чистяков, шеф-повар ресторана «Бюро ЦУМ». Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный, очень простой, очень доступный и максимально понятный для всех московский завтрак. Вы все знаете про бюро, знаете, естественно, и про меня, но я никогда не рассказывал вам о том, о чем мы, собственно, вещаем в массы с кухни нашего ресторана. Мы собрали в концепции нашей абсолютно все, что люблю я, и все, что любят наши гости. Мы много путешествуем, привозим огромное количество разных вкусов, разных ароматов, интересных ингредиентов, сочетаем несочетаемое. В каждом блюде у нас сочетается Азия с Италией, Италия с Мексикой, Мексика иногда не сочетается абсолютно ни с чем, и мы это убираем из меню, но тем не менее. Если вы не были на завтраках, если вы не были на нашей веранде, то я думаю, что вы многое упустили. Веранда с видом на Кузнецкий мост, малый зал с видом на большой, роскошь, звон бокалов. Это все о нас. Нескромно. В общем, да, как я вам и рассказал, сегодня я покажу вам очень простую и очень понятную еду на завтрак, без которой не может обойтись ни один московский житель. Естественно, авокадо, немного лосося и пашот. Давайте сделаем. Разрежем. Так. Разрежем авокадо. Смотрите, какой спелый, сочный авокадо. Возьмем миску. Красиво порежем вкуснейший, сочный авокадо. Выложим это все в миску. Добавим сюда немножечко оливкового масла, соли, немного сахара и перца. Разомнем это все, чтобы никому даже не требовалось никаких усилий, чтобы что-либо жевать в этом блюде, чтобы все таяло. Сделаем вот такую вот красивую штуку, взобьем ее. Немножко выдавим сюда лимона. Идеально. Выложим это все на тарелку. Обязательно чуть-чуть съедим. Так, возьмем яйцо пашот. Выложим на наш авокадо. Добавим чуть-чуть орехового соуса, который мы делаем из кешью. Специально для веганов. Если кто-то не ест лосось, оставляете так, идеально. Если вы не веган, то, естественно, добавим слабосоленого лосося, без которого жизнь ни одного москвича невозможна. Как дань уходящему лету, возьмем немного эстрагонового масла. Для вкуса и, естественно, просто для красоты. Пара листиков красивого щавеля. Алло. Идеальный завтрак для любого среднестатистического московского жителя. Вкусно, сочно, ароматно. Даже если вы что-то съели очень калорийное перед этим завтраком, этот авокадо с пашотом растворит абсолютно все. Хорошо для талии, для пресса, для внутреннего самочувствия. Душа будет петь, танцевать. Все будут улыбаться, счастья, улыбок вам.